Уже несколько лет в Магнитогорске с приходом теплых дней начинается череда дорожных ремонтов. Благодаря программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» средства на это выделяются из федерального бюджета. Сейчас, пожалуй, самый заметный для водителей ремонт южной стороны улицы Магнитной. По какой технологии проходит реконструкция этой магистрали и когда она закончится, пояснял Павел Берсенев. Этапы дорожных ремонтов, которые проходят по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги», не сильно отличаются друг от друга. Снимается верхний асфальтовый слой, дорога очищается от мусора, затем укладывается выравнивающий слой и уже после верхний из щебеночно-мастичного асфальтобетона. К ремонту подходят комплексно. Помимо дорожного полотна происходит замена бордюрного камня, приводится в нормативное состояние колодцы. Их установят вровень с проезжей частью. Параллельно приводится в соответствие въезды, выезды на данный участок дороги, приводятся в соответствие остановочные площадки для ожидания общественного транспорта. Также автобусные остановки приводятся в соответствие. Протяженность этого участка 2 километра 700 метров. Сейчас движение в сторону левого берега по улице Магнитной от шоссе Космонавтов до Кирова полностью остановлено. И пока ведется ремонт, водителей убедительно просят потерпеть временные неудобства. Больше всего трудности у жителей частного сектора, которые из-за работ вынуждены искать объездные пути к своим домам. И дисциплинированностью отличаются не все водители. По плану перекрыто движение на этом участке будет до 26 мая. С подрядными организациями прорабатывается вопрос максимально ужать все сроки производства работ вне зависимости и вне ущерб качества проведения работ. После того, как ремонт южной стороны улицы Магнитной будет завершен, строители перейдут на северную. Планом предусмотрены работы более сложные и продолжительные. Количество колодцев там выше в разы, да и починить предстоит более длинный участок. Реконструкция Магнитной будет вестись от остановочного комплекса «Казачья переправа» до улицы Кирова. Павел Берсенев, Денис Иванов, телекомпания ТВН.